Перевод смотрите в титрах. Потом мы объясним, кто на видео и с кого собирают деньги. Конкретно уже Ақшаның мәселесі. Барлықтарыңызға айтып өтейін енді. Бөлім басшылары 40 мың теңгеден жинау деген сонда не тапсырылды. Соны сіздерге айтып кетуім мен қарсы. На видео Бекзат Тастанбаев, заместитель директора НАО «Государственная корпорация правительства для граждан по области ЖТСУ». Тастанбаев сообщает своим подчиненным, что по поручению директора этой госкорпорации Самата Имангалиева каждый начальник районного отдела должен сдать для директора по 40 тысяч тенге. Всего в области ЖТСУ целых 30 начальников районных отделов госкорпорации правительства для граждан. Каждую неделю все 30 районных начальников собирают для своего областного руководителя в среднем по 40 тысяч тенге. То есть за заход Имангалиев собирает со своих подчиненных 1 200 000 тенге. Деньги, конечно, небольшие, но это лишь на текущие расходы начальника. Основные доходы – эти бесполезные создания, занимающие бесполезные должности, имеют с тендеров, оформления земельных участков и лоббирования интересов бизнес-структур. Кроме того, эта госкорпорация с громким названием «Правительство для граждан» занимается оформлением домов, автомобилей и всего прочего. Теперь вы видите, кто работает в этой шарашкиной конторе. Они настолько жадные, наглые и тупые, что занимаются поборами в своем чате прямо по видеосвязи. Лишка гамма. Я вообще в Асхат Эмис конкретно уже Ақшаның мәселесі. Барлықтарыңызға айтып өтейін енді. Бөлім басшылары 40 мың теңгеден жинау деген сонда не тапсырылды. Соны сіздерге айтып кетуім мен қарсы.